Приветствую вас на 17-й серии нашего пути. Вам уже за 365 дней на родине, РП сервер Приморский. Округ, начинаем мы на 38-м. Дне зашел в игру в 19:35. Мы заспавнились в больнице, поэтому быстренько хилимся. Заехал в автошколу, так как нам нужно купить лицензию на мото и на оружие, потому что в прошлой серии я ушел из нашей организации, а для вступления в другую, думаю, лицензия на оружие нам не помешает. Покупаю на мото за 20 тысяч и на оружие за 200 тысяч. Парнишка согласился подвести меня на металлоискатель и дал ему за это плюс 10 косарей. Спасибо тебе. Кстати, если хочешь видеть видосы чаще, просто класси на палец вверх. Ну что ж, вот я и на металлоискателях, и погнали искать с вами клад. Нахожу первый кладик, отлично, выкапываем его и смотрим, что здесь у нас. У нас здесь материалы, котики, подарочки, целых 23 штучки, ну и крышечки и роллы. Нахожу еще один кладик, окей, отлично, у нас здесь бронза 5 штучек, еще 2 штучки, золото 6 штучек и крышечки и роллы, отлично. Нахожу очередной кладик, пацаны, везет сегодня, отлично, у нас здесь бронзовая рулетка, ящик джентльмена и семейные талоны, всего лишь 3 штучки, ну и крышечки роллы, отлично. Вот это, пацаны, сегодня везуха, нахожу еще один кладик, офигенно, пацаны, прям ночью хорошо везет на кладоискателях, смотрим, что здесь у нас. У нас здесь авто, ящик мото, ящик серебряная рулеточка, еще подарочки 12 штучек, ну и крышечки роллы, отлично, ищем дальше. Офигеть, пацаны, нахожу еще один кладик, выкапываем его, у нас здесь плюс котики, ящик джентльмена, семейные талоны 4 штучки, крышечки роллы и еще подарочки целых 27 штук, офигеть. И еще, пацаны, один кладик нахожу, отлично, выкапываем. У нас здесь, пацаны, ящик американских звезд, серебряная рулеточка, бронзовая рулеточка, крышечки роллы, автоящик, офигенно. Больше не нашел я кладиков, поэтому забегаю в шашлычную и кушаю свой любимый говяжий шашлычок. Залетаю, пацаны, на собирательную и погнали собирать подарочки. Кстати, пацаны, если вы еще начали играть со мной на родине РП сервер Приморский округ, то всех зову играть вместе со мной, качайте игру по ссылочке в описании. При регистрации на мой сервер Приморский округ вводите мой ник Наполеон Шторм, за который вы получите плюшечку. После собирателей залетаю еще, пацаны, в центр занятости и беру квест на водителя автобусника. Ну и едем на аренду автобусов. Беру в аренду автобусы, и теперь нам нужно быстренько проехать здесь 100 чекпоинтов. Проехал 100 чекпоинтов, получил плюс 43 тысячи, 2 очка опыта и 2 ларца с премией. Отлично. Приехал, пацаны, на шахту, здесь быстренько одеваю кирочку, юзаю наш чистый рудный чай, ну и погнали с вами пофармим. Давно не фармил на шахте, думаю, сегодня хорошо так пофармить. Кто не знает, пацаны, с чистым рудным чаем и киркой мы получаем с одного ресурса плюс 6 ресурсов, это офигенно. Так, увидел, что администрация проводит какое-то мероприятие выживания, давайте залетим сюда, становимся в строй, хилиться можно, броники повторно юзать нельзя, окей, спрыгивать нельзя. Все, началось, пацаны, как я понимаю, нам теперь нужно убегать от вот этих вот стреляющих дам. Ой-ой-ой, пацаны, опасно, опасно. Так, мы вот здесь вот в толпу вот так вот вбегаем, вбегаем, но все равно по нам пуляют. Ой-ой-ой-ой-ой, давайте быстренько хилимся, 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 но нет, пацаны, нас все-таки убивают. Блин, вот это, пацаны, судьба, прям больница напротив казино. Давайте рискнем и зайдем, например, выделим 2 миллиона и посмотрим, что из этого у нас получится. Может, сегодня уйдем даже с плюсом. Так, залетаю за столик. Здесь, пацаны, играют как раз на 1 миллион. Окей, давайте подождем и залетим. Вот я создаю, пацаны, создаю на 1 миллион. 1 миллион у нас в 4. Да, не падает восьмерочка. Луки восьмерочка. Нам также восьмерочка. Офигеть, пацаны, загадывайте желание. Роману шестерочка. Окей, мы с пацанами выходим во второй тур. Да, не 11, офигеть. Луки пятерочка, и нам семерочка, к сожалению, да, это слив. Ничего, создаю еще на 1 миллиончик. 1 миллиончик в этот раз у нас в 3. Роману падает троечка, нам восьмерочка, есть все шансы. И да, не падает троечка, это, пацаны, плюс, плюс. Мы в плюс сейчас, грубо говоря, на 1 лямчик. Думаю, не будем заигрываться и уйдем. Кстати, меня тут узнают, пацаны, передаю вам привет. Приехал, думал вступить в кавказскую мафию, но, пацаны, что-то здесь в АФК стоял лидер, и поэтому я не стал долго ждать и уехал. Если что, в другой раз вступим. Поэтому прибежал на центральный рынок, поймал лавку и выставил все, что мне есть на продажу по вот таким вот ценам. Также, пацаны, постоянно забываю забирать вот эту вот ежедневную награду. Сегодня это Stage 2. Одна штука. Не знаю, пацаны, сколько она стоит. Напишите в комментариях. Так и закончился наш 38-й день. Начало 39-го дня начинается у нас в 9:46. Зайдя в игру, сразу забегаю в шашлычную и кушаю свой любимый говяжий шашлычок. Залетаю в центр занятости и беру квест на водителя автобусника. Ну, едем на аренду автобусов. Арендую автобус, ну и поехали ездить 100 чекпоинтов. Пацаны, я вот сейчас думаю, на чем мне фармить. Я думаю, либо зафулить депозит сначала, а потом фармить на фуру. Либо сначала нафармить на фуру, а потом фармить на фул депозит. Напишите, что лучше для начала нафармить. Либо фул депозит сделать для начала, либо потом уже фул депозит, когда куплю к себе какую-то нормальную фуру. И кто разбирается в ценах на Приморском округе, напишите, за какую сумму можно взять такую неплохую фуру, чтобы нормально работало. Проехал 100 чекпоинтов, получил плюс 43 тысячи, 2 очка опыта и 2 ларца с премией, ништяк. Также выбил с ящика Пандоры плюс
плюс X4 донат, ништяк. Его, если что, я продам. Заехал на металлоискателей и погнали искать с вами кладик. Нахожу первый кладик, отлично, выкапываем его и смотрим, что здесь у нас. У нас здесь семейные талоны 4 штуки, бронза 4 штуки, подарочки 32 штуки, ну и крышечки руколы, отлично. Взял в семейном автопарке плюс фуру, поехали немного поработаем. Для начала заехал в центр занятости, здесь я устраиваюсь дальнобойщиком, ну и теперь нам нужно найти прицеп. Отлично, пацаны, нахожу прицеп, ну и теперь нам нужно взять груз. Беру наш первый груз, пацаны, это 18 500 коробок для патронов. Ну и везем их. А пока везу, пацаны, давайте для вас сегодня разыграем 1000 закончится абсолютно любом сервере Родины. Просто если ты уже подписан, то подпишись, если не подписан, то подпишись, поставь лайк и напиши любой крутой интересный комментарий от 4 слов с тайным словом. Давайте тайное слово у нас сегодня будет ваш любимый фрукт. Довожу наш первый груз, и за него мы получаем плюс 592 000, ништяк. Ну, пацаны, работаю дальше. Плюс первый ларец дальнобойщика за сегодня, отлично. Наш навык дальнобойщика был повышен, нам доступны новые грузовики. Ну что ж, неплохо я поработал и переехал снова на металлоискатели, погнали искать кладик. Нахожу кладик, отлично, выкапываем его и смотрим, что здесь у нас. А у нас здесь бронзовая рулеточка, серебро целых 3 штучки и серебряная рулеточка, ну и крышечки руколы, отлично. Заехал, пацаны, я в полицию и оплатил здесь штрафы на свое авто и прочие штрафы. После чего я заехал в банк, пацаны, здесь я снимаю с основного счета плюс 140 000 и оплачу налоги на наш дом. Ну и приехал на центральный рынок, поймал лавку и выставил все, что мне есть на продажу по вот таким вот ценам. Так и заканчивается наша уже, пацаны, 17 серия, поэтому если хотите увидеть 18 серию как можно скорее, то прожимайте лайкосики. Ну а с вами был, как всегда, Шторм, всем спасибо за просмотр, всем удачки, всем пока, и помните, это только начало.